Нами утверждена программа, которую мы будем реализовывать в году 2015. Большой проект – это реконструкция существующей базы проката. Достаточно старое сооружение, не удовлетворяет ни техническим, ни эстетическим требованиям, поэтому это будет новое здание, здание двухэтажное. Благодаря этому площадь этого здания у нас увеличится ровно в 2 раза, до 1000 квадратных метров. В результате реконструкции мы получим возможность не только предоставить более комфортные условия нашим посетителям в части проката, но и сделаем детский игровой зал, сделаем комнату матери и ребенка, частично решим вопрос размещения персонала учреждения, потому что это тоже является одной из проблем создания инфраструктуры именно для людей, которые работают в тульских парках, которые делают все для того, чтобы посетителям было в них максимально комфортно. Кроме того, это будет проект по созданию ротонды, который я уже сказал. Это будут площадки уличных тренажеров для старшего поколения. И такие обращения мы регулярно получаем, поэтому мы стараемся, ну, максимально оперативно реагировать на те предложения, которые мы получаем. Мы продолжим проект по модернизации благоустройства пляжной территории. Сезон 2014 года показал, что эти услуги, ну, достаточно востребованы. Мы расширим более чем в 2 раза количество катамаранов, сделаем деревянные лежаки, заасфальтируем плотину. В продолжении этой темы мы, скажем так, доделаем тротуар, который у нас пролегает в парке по улице Тульского рабочего полка. Мы сомкнемся с тротуаром по улице Оружейной, тем самым получим достаточно протяженное велосипедное кольцо, которая позволит людям, ведущим активный образ жизни, ну, максимально использовать всю территорию парка. Будут арт-объекты, будут ландшафтные работы. Мы не останавливаемся и будем развивать территорию по максимуму.